Що ж, друзі, ми повертаємося до студії і хочеться вже представити нашого гостя, який завітав до нашого вже другого нового дня, астролога Веніаміна Нікору. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні разом з нами. І так, сьогодні будемо ми гороскопи для ніколаївців робити, які анонсували, ніколаївці чекають. Я напевняю, що у вас є можливість позвонити нам, якщо що, задати вопрос. І так, починаємо і стартуємо. Времени мало, тому хотілося б успіхи. Маленького подарочка. Я тут недавно був в Монголії. И купил вот такое благовоние, видите, вот оно вот покрытое золотой пыльцой. Ух ты. Вот прожжете это в студии, и ваш телеканал будет самым богатым в Украине. Очень нужная вещь. Курите, пожалуйста, в сторонке Интер 1+1 и новый канал, все. Новые лидеры РНТ пришли. Они покрыты золотом, и они вот, когда их окуриваешь в помещении, они приносят богатство. Вот специально сохранил для вас. Спасибо большое вам. Инна сконцентрировала все в своих руках, богатство, все, держи. Сегодня очень важный день, ну, достаточно важный. Кроме того, что дата красивая, 9.09. Да, сегодня, чуть-чуть попозже, буквально вот-вот там часик-полтора, и планета Юпитер меняет свой знак. Делает она это раз в год, ну, Юпитер делает полный оборот вокруг оси за 12 лет. Он сейчас шел год по деве, мне звонили, писали рыбы, стрельцы и девы, как у нас все плохо, когда все это закончится. Вот сегодня у вас это заканчивается, сегодня начинается, ну, в общих чертах, зодиакальный круг, вот здесь у нас Юпитер переходит в Весы. Соответственно, это будет очень хорошо всем воздушным знакам. Вот здесь у нас находится Водолей, вот здесь у нас находятся Близнецы. И замыкается вот такой большой квадратик. То есть, близнецы, ваши проблемы сегодня завершаются. С сегодняшнего дня у вас пойдет год повышенной фартовости. До примерно конца сентября следующего года. Я думаю, для близнецов это хорошая информация. Это очень хорошая информация для близнецов. Целый год фарта. Честное слово, они мне целый год писали, когда это кончилось. Все, закончилось. То же самое касается водолеев. У водолея сейчас будет повышенная фартовость в течение года. То есть можете строить, Юпитер это социальная такая планета, можете строить грандиозные планы. Там очень благоприятно для заграничных поездок, для расширения имущества, для повышения зарплаты. Так что близнецы, можете идти на работу, говорит начальству, что астролог сказал, что нам надо повысить зарплату. Все окей, и ссылайтесь. Да, при этом, вот... Ровно в оппозицию Весам у нас идет знак Овен. Очень рекомендую Овнам в течение этого года. У них будет много напряжения, но позитивного напряжения, которое, если до этого у них очень много так легко все получалось, то сейчас немножко нужно поднапрячься, будет поднапрячься. И то же самое касается вот сюда Козерогам и Ракам. То есть вот эти знаки будут в небольшом напряжении, а вот эти особо фартовые. Как любви, близости, вопросы от брака. Не слушайте никаких астрологов, слушайте свое сердце. Это самое главное. Самый главный советчик. Да. Так, йдемо далі. До речі, мені також надіслали, і зараз я буду шукати, хто тут мені надсилав. Кстати, маленький нюанс. Поскольку день города, я когда просматривал гороскоп мэра города, у него солнце в Водолее, а луна в Близнецах. А я только что говорил, что вот. Водолеи и близнецы будет повышенная фартовость. Я надеюсь, что в этом году, вот в связи вот с таким положением Юпитера, Луна, в ряде прочего, еще и всякие коммунальные вопросы, в городе начнут решаться вопросы... Быстрее, да, и проще. Именно всякие вот... Ну, людей, конечно, интересуют глобальные масштабы страны вещи, но их больше интересует, чтобы у них вода была вовремя, чтобы у них лифт работал. А вот, скорее всего, в этом году вот эти вещи в Николаеве начнут решаться. С мертвой точки уже сходить. А мне написали также, вот я смотрю дату, 14 августа 48 года. И вот что так. Они хотят? Сейчас хотят для себя узнать, что и как будет в этом году, либо на ближайшее время. 14 августа. Это у нас прям как София Ротару, Лев. Ух ты как. Может, София Ротару? Не знаю, не София Ротару. Ну, для львов, которые такие яркие львы, это у нас София Ротару и Мадонна. Так, ой, боже мой, тут во Льве 4 планеты. Как она с этим живет? Это хорошо или плохо? Это хорошо, но это человек, которому постоянно нужно быть на виду, который постоянно вот ему необходимы аплодисменты, ему необходимо вот все время подчеркивать его значимость. Но положение очень хорошее. И Марс сильный, достаточно.
Ой, ну это больше мужская карта, то есть человек, который вот все достигает самостоятельно, вот, что его ожидает? Вот опять-таки, ближайший год, пока вот Юпитер будет идти по весам, для львов это, скажем так, менее хорошо, чем водолеям, да? Но тоже хорошо. То есть, если водолеям просто манна небесная будет сыпаться сверху на голову, то львам нужно будет чуть-чуть приложить усилия. Подойти к тому, где падает эта манна небесная. И пока Сатурн движется по Стрельцу, то есть вот ближайший год вот владелец этой карты пусть творит все, что угодно, у него, ну, желательно в рамках закона, а все у него будет получаться. Вот. Ну, вот это так. Самое главное, я хочу вот сказать. Если вот вы посмотрите, видите, вот такой треугольничек есть, один треугольничек и второй треугольничек. Это называется космический зонтик. То есть у этого человека, если случаются проблемы, то есть буфер, который вот... принимает удар на себя. Я бы сказал так, у этого человека не один, а два ангела-хранителя. То есть ему значительно проще по жизни двигаться. А такой еще вопрос к вам. Каким знаком зодиака, вот мы определили знаки, которым будет очень легко, кому будет сложнее, возможно, с этим переходом Юпитера? Кому будет сложнее? Да. Прежде всего, я вот рекомендую, то, что здесь вот красненьким нарисовал, овнам быть очень осторожными. При хорошем положении Сатурна это напряжение может вылиться в виде повышения по службе, в виде карьерного роста, но через напряжение. Козероги. Козероги будут... Ну, вот я козерог, да? Как Юпитер, квадрат – это напряженный аспект. Я думаю так, сижу и думаю, зачем я буду ждать, пока мне мироздание пошлет напряжение? Я себе его придумал сам. Я собрался в следующем году там построить домик. Ну, мне уже сколько лет, это у козерог до сих пор не дома, это ненормальный козерог. Вот. То есть я себе наметил кучу сложностей на год. Я их буду сам достигать, этой сложности. Поэтому козерогам и ракам придумайте себе что-то сложное. Например, если у вас одноэтажный дом, поставьте цель построить еще этаж 2-3. Вот. То есть сами. Чтобы первый этаж пошел в землю. Ну там, если у вас, допустим, там вы ездите на BMW, захотите ездить на Bentley. Я имею в виду, сами себе создайте сложность. Поставьте цель, которая... Ну, создавайте проблемы для себя сами. Чтобы в жизни, да? Не было, да, возможности тогда, добавить проблем. Тогда Юпитеру не надо будет вам проблемы создавать. Зачем? У вас и так есть. Вот. Но это будет не сложность, а это будет задача, которую надо решить. Вот. Поэтому астрология не говорит, что кому-то будет хорошо, кому-то плохо. Она просто рекомендует так или иначе подойти к, вот, к этим ситуациям. Ну вот так, практически по всем еще знакам. Очень хорошо будет Стрельцам, потому что Юпитер, это у них тоже был сложненький период. Юпитер это планета, управляющая знаки Стрелец. У них и сейчас более-менее, но сейчас как бы вот груз с крыльев упадет и летите куда хотите. Вот так, прошлись по всем практически знакам зодиака. К сожалению, время эфира уже подбегает к концу. Благодарим вас за то, что вы сегодня с нами. Рассказали о том, чего, кому ожидать нашим некоторым телезрителям. Не забудьте прожечь благовоние. Даже это персонально. Ну, я думаю, даже понимаете. Каждому дадим по одной палочке, там мощно. Несем генеральному. Пусть жжет и пусть дает по максимуму все хорошее нам, работникам. Ну и вам, телезрителям.